Здравствуйте, дорогие друзья. Имеется вот такая болгарочка бюджетненькая. И нарисовалась такая проблемка. Клавиша включения не держится. Вот так, видите? Не держится. Я сначала думал, что надо купить новую клавишу, заменить и забыть. Но не так-то все просто. Тут целые... Система, почитал в интернете, не так и просто заменить, и эту клавишу не купишь отдельно, она как бы встроена в корпус. Может быть, у каких-то более дорогих моделей болгарок, профессиональных, она и отдельная. А это дешевые, бюджетные, ну как большинство мы пользуемся. Здесь клавиша эта встроена в корпус, здесь идет такой шток, и сам выключатель находится где-то вот здесь. Вот. То есть заменить ее практически очень сложно. И посмотрев много материала, я понял, как можно в самом начале, правда, и исправить эту ситуацию. Сейчас я вам покажу. Я уже частично сделал, но сейчас я вам покажу, что нужно сделать, попробовать хотя бы. Сразу скажу, что эта проблема получается чаще всего при небрежном использовании инструмента. В моей ситуации так, где-то брошу, где-то в грязь положу. И вот в этом месте, видите, вот здесь, есть такая перемычечка. И вот здесь набивается грязь. Бывают строительные вот материалы, цемент, да просто грязь. И вот эта перемычечка вот здесь заминается. Вот здесь. И клавиша. И с другой стороны обратная часть. Она должна, чтобы удержаться, цепляться за эту перемычку. Она не цепляется. Вот так раз. Раз. И для этого нужно взять вот обыкновенный канцелярский нож или что-то похожее. И вот здесь все почистить. Ну, почистить можно чем угодно. И вот эту перемычечку, не знаю, видно вам или нет, вот с этой стороны вот так ножом подрезать, здесь зусеночки образуются на пластике. И так вот аккуратненько ножом подрезать. Вот так даже углубить. Вот так. Вот. Вот здесь как бы сделать такой угол здесь острый. И смотрите, что у нас получается. Раз. И клавиша уже держится. Раз. Клавиша держится. Вот. Совсем другая история. Вот. Видите, все очень просто, можно починить. Но опять же хочу сказать, берегите свой инструмент, пускай даже он бюджетный. Ухаживайте за ним, следите, не бросайте, где попало, как я иногда делаю. И не будет у вас таких проблем. Вот так. Спасибо за внимание. Всего доброго, друзья.